Еще один элемент, который Православная Церковь наследует от Византии и на который нам важно обратить внимание для понимания Православной Церкви на Руси и современного состояния Православной Церкви, это отделенность востока от Запада. Православие приходит на Русь в X веке. И хотя формально считается, что раскол на западную и восточную церковь произошел в XI веке, на самом деле вот этот раскол не был каким-то разовым событием, не был чем-то революционным. Между Востоком и Западом в течение многих-многих веков накапливались различия. И когда православие приходит на Русь, и потом при обсуждении крещения Руси мы еще раз коснемся этого момента, уже было достаточно ясное понимание, что есть разные типы христианства, есть христианство восточное и есть христианство западное. Почему между Западом и Востоком появлялись какие-то различия, почему они накапливались? Первое связано с вопросами культуры и, может быть, еще отчасти с вопросами языка. Запад и Восток это прежде всего Западная и восточная часть Римской империи. Западная часть Римской империи это латинский язык, это латинская, римская культура. В восточной части Римской империи это греческий язык и греческая культура, поэтому даже разница языковая затрудняла коммуникацию между Востоком и Западом, не всегда хорошо понимали друг друга, не всегда хотели хорошо понимать друг друга, и на фоне вот языкового различия, на фоне культурного различия, на фоне мировоззренческого различия просто между Востоком и Западом потихоньку накапливались церковные и богословские различия между теми и другими, поэтому и богословие на Западе с акцентом на римскую культуру, на римский юридизм с одной стороны развивалось, а с другой стороны богословие развивалось на Востоке с акцентом на греческую философию, греческую, особенно такую не, не греческую традицию, и поэтому терминология, поэтому взгляды, поэтому аргументация, поэтому многие другие идеи на Востоке и Западе, они все менее и менее совпадали друг с другом. Более того, Восток и Запад в политическом отношении оказался разделенным. Вы знаете, что Римская империя распалась на Восточную и Западную, причем западная часть Римской империи была достаточно быстро завоевана различными племенами, в то время как Восточная Римская империя с столицей Византии просуществовала еще практически тысячу лет после завоевания западной части Римской империи. И получилась территория, на половине которой старая греческая, римская культура, такая преемственность традиции с античности, с древних времен это Византия И вторая территория, на которых ну, достаточно слабо развитые в культурном отношении племена, на которых множество каких-то царств, княжеств, мелких, враждующих друг с другом, и отсюда всякое неустройство и сложность жизни. Поэтому еще и в этом отношении церковь развивалась по-разному. А более того, если говорить о положении церкви на Востоке и Западе, то положение очень тесно было связано с политической ситуацией. Мы с вами уже говорили немного о Востоке и говорили, что идеал Востока, мечта Востока – это симфония церкви и государства, когда есть два дара Божьих – священство и царство. Они сотрудничают друг с другом, хотя на практике, конечно, у царства с его властью, с его аппаратом принуждения прав оказывается больше. И для Запада очень типичен цезарепопизм, когда царство в каком-то смысле Распоряжается церковью и определяет судьбу церкви. Это для востока. Для Запада же, где нет царства, где просто множество мелких раздробленных княжеств, нет никакой силы, которая бы стояла на равных с церковью, охватывающей всю эту территорию. И если для востока, для восточных патриархов, естественно, было слушать царя и подчиняться царю, то на Западе просто некому было не было никого, кто бы стал выше западного патриарха, выше папы римского. И в этом отношении на Западе формируется другая модель церковно-государственных отношений, которую по аналогии иногда называют папа цезаризм когда фактически руководитель римской церкви, папа римский, сам оказывается выше и распоряжается князьями, царями, королями, находящимися на территории подчиненной э, э, римскому папе. Поэтому церковные государственные отношения, они были разные, они влияли на осознание, на мировоззрение и на Западе, и на Востоке, и это тоже служило к усугублению различий. Это все накапливалось, это все развивалось, периодически возникали какие-то достаточно острые конфликты. Самый первый конфликт относится еще ко второму веку, и конфликт такой, может, для нас не совсем серьезный. Это был спор по поводу того, когда именно праздновать Пасху. Вы знаете, на Западе и на Востоке до сих пор Пасху празднуют в разное время, но споры о праздновании Пасхи очень древние. Это споры, тянущиеся еще со второго века, и можно ли вместе с иудеями праздновать, нельзя ли с иудеями вместе праздновать Пасху, был вопрос, хотя тогда это не привело к большим проблемам. Мариней Леонский, известный отец церкви, участвовал в этом споре, и тогда конфликт, в общем-то, удалось погасить. В III веке был достаточно серьезный спор между Киприаном Карфагенским и Стефаном Римским по поводу того, обладает ли римский епископ каким-то приоритетом и властью над другими епископами. И Киприан Карфагенский, хотя географически он был человеком западным, но идеологически он был человеком восточным, он настаивал на равенстве всех епископов, и что все епископы обладают равным епископством, Стефан Римский уже в третьем веке пытался, как епископ Рима, претендовать на какую-то особую власть, и была некоторая напряженность, но, впрочем, и тот, и другой закончили свою жизнь мученически, это времена гонений, и мученичество в каком-то смысле их уравняло. Потом был достаточно серьезный конфликт в V веке, так называемая Акакиевская схизма, связанная с монофизитским спором, когда в течение нескольких десятилетий было взаимное непризнание Константинопольского и Римского патриарха друг другом. В IX веке была чрезвычайно острая, так называемая, фотевская схизма. Опять-таки, взаимная неприязнь, взаимное непризнание патриархов, хотя да, там и политика, и много еще всего было замешано в этой истории, сейчас не время о ней говорить. Поэтому не внезапно случилось разделение Восточной и Западной церкви. Напряженность она нарастала, конфликтов было много. И то, что сейчас считают даты разделения на Восточную и Западную Церковь, 1054 год, это в те времена воспринимался как просто еще один очередной конфликт. Раскол Западной и Восточной Церкви, разделение на Православную и Католическую Церковь в 1054 году произошло не потому, что там был какой-то особенный конфликт, а просто потому, что это оказался последний конфликт в череде конфликтов, после которого уже не возникло настоящего примирения. Но так как события хотя бы по этой причине знаковое, то несколько слов нам нужно сказать об этом событии. Что же вообще там произошло, и как официально разошлись пути Восточной, Западной, Православной и Католической Церкви? Здесь очень большую роль играет фигура тогдашнего патриарха Константинопольского Михаила Кирулария. Человек из знатного рода, человек чрезвычайно талантливый, амбициозный. В молодости он участвовал в государственном перевороте с намерением стать византийским императором. Переворот был подавлен. Константина, ой, прошу прощения, Михаила арестовали, сослали в монастырь. Но на этом он не успокоился и сумел уже в этой среде сделать карьеру и в конце концов стать патриархом. И вот при таком патриархе очередной византийский император начинает определенные переговоры с римским папой, потому что Византии нужна была военная помощь, была война с норманами. И предлагает римскому папе в обмен на военную помощь передать несколько церквей, подчиняющихся Константинопольскому патриархату, находящихся на территории Италии, в подчинение римскому папе, причем делает это как бы поверх головы, независимо от патриарха. Патриарх обижается. И чтобы как-то выразить свою обиду, просит а, такого приближенного к нему богослова Льва Ахрицкого, написать трактат с критикой заблуждений Западной Церкви. Тот пишет такой трактат. А, если говорить о критике, то, может быть, самое яркое обвинение – это то, что Западная Церковь во время Евхаристии использует пресный хлеб, а не квасной. Мы потом, когда будем говорить о христологии, я поясню, в чем значимость этого, потому что есть значимые богословские последствия у того, какой хлеб используется. Но, тем не менее, пишется этот трактат, там несколько обвинений. На Западе понимают, что это определенный вызов и отправляют в Константинополь делегацию под руководством кардинала Гумбольта разобраться в ситуации. Причем делегации даются самые широкие права, вплоть до права отлучать любого человека от церкви. Делегация прибывает и в течение трех недель патриарх Константинопольский, ну, чтобы продемонстрировать, видимо, свое отношение, просто отказывается с этой делегацией общаться. Кардинал Гумбольт обижается, берет папскую грамоту об отлучении от церкви, вписывает туда имя константинопольского патриарха, оставляет его на кафедре Софийского собора и спешно покидает Константинополь. Грамоту находят, и через три дня и Гумбольта, и всю делегацию тоже отлучают от церкви. В этот момент папа римский умирает. И, в общем, заваривается очень непростая каша. Но, с другой стороны, почему я вам рассказал всю эту историю, ну, это банальная смесь политики, непонимания, человеческих амбиций и так далее. И когда все это произошло, и когда было вот это вот все отлучение, большая часть людей в те времена и воспринимала это таким образом. Не как какую-то вселенскую, всехристианскую катастрофу, а как просто еще... Один очередной неприятный эпизод в жизни. Но время шло, какого-то особого примирения не было. Хотя, может быть, и более особо сильного ужесточения отношений тоже не было. Раскол на Западную и Восточную Церковь стал, видимо, необратимым не в этот момент, а в 1204 году. В 1204 году Крестоносцы, которые в те времена регулярно ходили отвоевывать, отвоевывать прошу прощения, Иерусалим у неверных, заблудились чуть-чуть и вместо того, чтобы отвоевывать у неверных Иерусалим, завоевали Константинополь, разграбили город с чрезвычайной жестокостью, установили там Латинскую республику и вот эта вот жестокость и завоевание и все связанные с этим события оказались чрезвычайно знаковыми для Восточной церкви. И с этого момента примирение не рассматривалось как что-то возможное. И с этого момента появилось очень яркое осознание того, что Востоку и Западу точно не по пути. На самом деле, попытки примирения были. Было несколько встреч, был в 15 веке так называемый Ферраро-Флорентийский собор, на котором собрались представители Восточной и Западной Церкви, и даже формально собор принял решение о соединении Восточной и Западной Церкви, но это решение не было на Востоке поддержано народом, люди не согласились со своими собственными епископами, голосовавшими на соборе за объединение, и поэтому теперь... А восток и запад идут своими собственными путями. Причем, как видите, все между ними совсем непросто, но когда православие приходит на Русь, оно приходит, я напоминаю, в X веке, а вот этот вот эпизодский ролл арием, это уже XI век, оно приходит на Русь, оно приходит еще до формального какого-то разделения, но в атмосфере напряженности, подозрительности, воспоминания о предыдущих схизмах и тем самым русская церковь изначально ассоциирует себя, изначально связывает себя прежде всего с Востоком, а не с Западным вариантом христианства более того на фоне всех конфликтов, которые есть между Востоком и Западом, вот это вот недоверие, вот этот неприязнь к Западу, она культивируется, она пествуется. и Византия, не любящая Запад, воспитывает русскую церковь именно в таком антизападническом духе. На это накладывается еще и события, связанные с монголо-татарским нашествием на Русь когда монголы-татары опять-таки поддерживали русскую церковь именно как противоположность церкви западной, по той причине, что для них было очень важно, чтобы между Русью и Западом был религиозный конфликт, и на фоне этого религиозного конфликта не было возможности объединения и совместного противостояния монголо-татарскому нашествию. Все это, в конце концов, сложилось в то, что и не только Византия, но и Русь стала чрезвычайно антизападно настроенной церковью. И вот этот неприязнь к западному, неприязнь к латинскому, она сохранялась и сохраняется в православной церкви, в общем-то, до сегодня. И на многие попытки как строить какие-то отношения с западной церковью, в том числе попытки со стороны священной начали, существенная масса церковного народа до сих пор реагируют чрезвычайно отрицательно. Мы это наследовали с Византии, но развили, углубили и продолжаем вот такой вот антизападностью пользоваться. тв семинаре благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, мы с вами сейчас некоторое время говорили о русской церкви как о наследнице, как о преемнице церкви византийской. Мы говорили о том, что богослужение, обряд, вся, все внешние формы все и внутренние вероучения к нам приходят из Византии уже в готовой форме. Мы говорили, что церковно-государственные отношения и идеал церковно-государственных отношений тоже принимается, наследуется из Византии. Мы говорили, что как в Византии Многое определяется монашеством, так и на Руси действует монашество. Мы говорили, что в Византии формируется богослужебная литература, литургика и так далее. И это же в такой же форме приходит на Русь. И мы говорили теперь, что антизападность Византии, она наследуется и русской церковью. Так что во многом Русь это наследница того, что было в Византии. И еще к одному моменту, я просто на прощание хочу вернуться, когда-то мы задавались вопросом о том, когда же, собственно, возникает православие. Этот вопрос не имеет однозначного ответа, многие элементы формировались постепенно, многие элементы так развивались век за веком, и нет какой-то четкой границы, но если нам нужна какая-то дата, если нам нужен какой-то порог, от которого нам отсчитывать, то я напомню, что многие элементы, про которые мы говорили, так или иначе связаны с IV веком. С IV века начинается христианизация Римской империи и христианство становится государственной религией. С IV века массово э, развивается монашество. Э, с IV века происходит некая революция в богослужении и происходит изменение литургического благочестия. Даже в четвертом веке, ну в связи с политическими причинами, углубляется, начинает и разрыв между Востоком и Западом. Поэтому, если вам нужна какая-то точка отсчета, то 4 век это, наверное, наилучшее приближение, но через 5-6 веков после этого все приходит на Русь, и мы имеем теперь уже русский вариант православия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.